Я впервые исполнила в студенческие годы, и с тех пор вот пою. Первая песня считается «Тапталгабелинех», ну вот, которой уже практически 17 лет. В театр пришла в 2006 году, это уже, считай, 12 лет тому назад. Мы вместе с Олимпией вступили в этот год на работу, и с того времени уже вот работаем, трудимся во благо нашего театра, нашей песни. Вообще вот работаем для развития якутской песни. Государственный театр эстрады, раньше он назывался Госфилармонией. Я работаю с 96 года, это сколько лет прошло, больше 20 лет. Совсем юной девчонкой я поступила в театр и поныне работаю солисткой. Я очень счастлива, что знаю именитых наших народных артистов, заслуженных, наших ярких звезд эстрады. Я счастлива, театр это для меня все. Я приглашаю 21 сентября в наш торжественный вечер, юбилейный вечер, посвященный 50-летию театра якутской эстрады. И, конечно же, будет очень интересно, будет чествование наших ветеранов, наши яркие звезды будут исполнять хиты прошлых лет. Второй блок состоит из мюзиклов, из наших музыкальных спектаклей, отрывки будут. Будет очень интересно. Вспомним, конечно, наших ветеранов дорогих. Будут награждения, поэтому очень будет интересно. Мы вас всех ждем. Очень люблю свой театр и поздравляю, пользуясь случаем. Я раньше работал в колледже культуры и искусства. Так закончил, как закончил колледж культуры в 96-м. И там оставались, ну, группа Тапсы была у нас. Там всей группой остались там в колледже. После этого без театра, без ничего, гастролировал сам лично. Потом после этого вступил в 2002 в театр и нашел коллектив. Вот весь наш коллектив. Сейчас готовимся к юбилейному концерту. Ожидается очень хорошее представление. Я еще никогда не видел такую готовность артистов, такое настроение. Поэтому ожидаем, ну, очень хорошее представление. Скажите, интересно ли вам было работать в музыкальном степени? Мюзикл-степень, конечно, интересно было. Ну, я там научился играть на баяне, волосы отрастил, все лето приготовился, все лето готовился, порепетировал. Ну и благодаря всему коллективу поставили этот спектакль.